Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как зарегистрироваться на сайте seosprint.net. Здесь можно зарабатывать, но это вы уже, наверное, все знаете. Вот сейчас вам покажу, как регистрироваться. Заходим на сайт seosprint.net, нажимаем регистрация. Как вас зовут? Я придумаю, что это левая, например, Влад. Укажите ваш действующий email, но лучше указывать свой, но я, конечно, укажу левый какой-нибудь. Vlad007@vl.ru. ID вашего реферера я не буду указывать. Вот. Вводим свой код, который на картинке. Продолжить. Вот, и тут нужно прочитать правила проекта и ответить на вопрос. Я вам заранее скажу все ответы. В первом – рекламодатель, во втором – аккаунт будет удален, потом – категорически запрещено, не может, баланс и площадки обнуляются, покинуть проект. И нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Так как у меня уже аккаунт зарегистрирован, если я нажму зарегистрироваться, то система вычислит то, что с этого компьютера заходили на два аккаунта, и мне придется заплатить штраф в 40 рублей. В прошлый раз было так. Не знаю, как сейчас. Вот. Я зарегистрировался, зайду на свою страничку. Вот, вы появляетесь на своей страничке. Вот, все. И дальше, когда вы первый раз зарегистрировались, у вас будет статус прохожий. Нажимаете на этот статус, вы здесь вот оказываетесь. Нужно заполнить номер мобильного телефона, придет смс бесплатно, потом род деятельности, семейное положение, пол, год. И вот здесь вот одну или две, сколько хотите, минимум одну из платежных реквизитов. Я лично Киви запомнил, чтобы потом выплачивали деньги именно на Киви. Вроде все, пока.